Всем еще раз добрый день, дамы и господа. По-прежнему продолжаем с вами смотреть замечательный матч между командами 7A и коллективом InGame. У нас ножевой раунд, он все-таки здесь есть. Это выбор команды InGame, и, по-моему, они этот ножевой проект. Для вас студия Рухаб, Олег Миндгат, а также Женя Слипсамвайл. На протяжении сегодняшнего дня до самого вечера будем вещать матчи на EDC Season 2, где ребята будут сражаться за призовой фонд в 30 000 рублей. Квалификация. Рублей. Квалификация пока квалификация, что. Квалификация, да. Да, да, важно сказать, что квалификация, за которую отдельно 2000 еще есть, если что. Там как-то она вот делится интересно. Да. Такой сразу это. Вот кто, о чем, а человек про деньги сразу. Эх ты. Потерянное поколение. Короче говоря, дорогие друзья, 1-0 пока что в пользу команды InGame. И вот это вот, конечно, большая проблема для 7A. Удачи им на оверпассе, но это не их пик. Будет тяжело. Это правда. Пока что мы видим, 7A укрепили коннектор. Здесь очень много игроков. Целых 4, если смотреть еще и за номером 5. Ну, Deadlove, ладно, просто смотрит выход на шарике. Ну, а коллектив InGame по лонгу будут проходить на аплен, где только сейчас может быть внезапно Deadlove с дуги. И это заход от InGame просто на халяву. Они здесь никого даже, по-моему, не потеряют в случае захода. Ну и все. Минус, как минимум, бомба. Да, это проблема. Здесь для команды 7A уже поставили InGame в Т. 4 человека у них осталось, правда. Шпинт очень интересный здесь, и он не промахивается. И вот эта позиция, кстати говоря, возможно, одна из лучших в каком-то смысле. Наводнили контртеррористы, конечно, плент, видно, да? То есть, но, знаете, наводнить это одно, раздефьюзить пакет — это другое совсем. И шпинт делает слишком много в этом раунде. Хотя отлетают все остальные, окей. Хайту, значит, надо как-то терпеть, что-то делать. Попадешь? Нет, он не попадет. Он реально попадет. А, это ты отпустил! Зодик, ты отпустил! А что ты отпустил? А зачем? А ты испугался? Ну, понятно, зачем. Но испугался, братан. А тут все уже, ты даже будешь погибать, скорее всего, потому что... До свидос. Не захотел отдавать 1500, понимая, что там раз перезарядка, там еще, наверное, диффузить секунды 4 было, как я на глаз смог посчитать, то вот еще 1500 бонусом такая себе история, да. А вот то, что задефузишь, вероятность не такая большая сама по себе. Но это экономический раунд для защиты. 7A закупается в 3 дигла, не более того, ни раскидок, ничего. Ну, парочка под 50-х тоже имеется. Может быть, кого-то и найдут здесь. Но вот то, что пустили аплент, понадевшись на то, что пойду через коннектор действовать, ребята, тоже имело место быть. Railway находит фраг по Зонтиксу. Тот отлетает, разумеется, и... Ну и все, и пока все. Там укрепление дуги и ланга. Свободная база Б. Свободная база Б. Свободная база Б, да. Можно туда, на самом деле, наверное, и идти. Ну, допустим, предположим. Друзья, не забывайте про баннер под трансляцией. От наших коллег от Rematch, соответственно, есть замечательные плюшки-гаврюшки интересные. Если вам интересно, можете вот по баннеру как раз кликнуть, на сайт он вас проведет и по условиям акции, допустим, почитать. Также разные линейки киберспортивные и не только. Спорт обычно есть, там гонки мои любимые, допустим, и так далее. Railway тем временем погибает, пытается Heavy God справиться со всеми. У него получается справиться с частью всех. Ну, хорошие такие две сейчас плюшечки с дигла залепил, с девятки. Прям таки мощно, а там еще и Deadlove помогает. А подождите, неужели такое могут InGame еще и слить? Кинки видит смерть. Лол. Свой видит Кинки. Привет, привет, просто как ваши дела? 4, 2 килла 1, 5. 2 килла 2, без арморов, чисто диглы, чисто тяжелые пистолеты. Здрасте, приехали. Какая боль. 7A, как же сейчас были хороши. Но, опять же, стоит отметить работу Heavy God, который, во-первых, сбил двоих, и на его позицию практически вообще внимания не обратили. То есть он сделал два халявных фрага, и по нему даже не постреляли. Ну, а дальше неудачная оборона бомбы, поставленная от команды InGame, и вот все привело к таким печальным последствиям для этого коллектива в данном раунде. Но, честно скажу, команды равны. Ошибок много и там, и, соответственно, обе умеют этим пользоваться, ошибками вражеской команды, что и приводит к таким раундам, которые на Inferno тоже были, и 1 в 3 там с дигла брали, и без диглов там все работало замечательно хорошо. Первый факт достается Зонтиксу. Реабилитировался он на карте до Inferno после статистики, по-моему, 0-4, он там набил и был второй точно в команде по фрагам, на карте не скажу. Да, 4 человека у команды InGame здесь. Заметьте, да, то, что это
ну, по факту, Counter-Force Round от Endgame, потому что игра заставила их закупиться, потому что от пистолетов отлетели тяжелых. И как бы они, видите, да, они попытались что-то сделать, чтобы получилось сейчас, но у них не получилось и не получится, возможно. И это означает, что 7A выйдут на 2-3-3-1. Счет может быть в ближайшее время. Сейчас 2-1. И потом будет экраунд от команды Endgame 3-1. Вот тебе здрасте. А вроде бы все так было хорошо для команды Endgame. И так прошлись, конечно, спорный пистолетный раунд, но все-таки они его взяли. Ну а дальше, да, без потери команда 7A, денег очень много у них сейчас, за счет того, что взяли свой экономический, у них там было по 2000 в запасе, взяли 4 девайса вражеских, с ним продолжают бегать, риск закупился до зонтик. У них там в среднем 5-6 тысяч имеется на руках. И сейчас будет еще больше, опять же, с ними подлетают от... этих глоков в преимуществе и одного дигла с PDC-50. Ну, такая себе история. Хотя могут тоже подставиться. Тут дигл может навтыкать по головам. Но история тоже... Ну, конкретно следующая. В таком виде это редко бывает. То есть, например, 5 диглов сильных, понимаешь, да, это одно. А когда вот один дигл где-то там у кого-то, какой-то PDC-50, у остальных глоки, не, они все еще голые, никаких флешек, ничего же нет. То есть тут, ну такое. Мы сейчас просто посмотрим, как оно станет 3-1. И главный вопрос, вот реально вот здесь конкретно главный вопрос, как станет Т3-1? То есть вот, например, погибнет кто-то, да, погибнет, Дедлов погибает, допустим. Вопрос, да, погибнет ли кто-то еще? Вот это вот самое важное есть, то, что 3-1 вообще вопросов ноль, если честно. Я не вижу вообще никаких вариантов, чтобы ингейм хоть как-то что-то вытащить. Хайп, правда, с диглом остался, то есть может быть еще как раз скилл какой-то будет, допустим. Но вот они трутся на этом самом банане, по сути, вот Алетов. Вайс сейчас всех, не бойся, заберет. То есть Дедлов погиб, допустим. Ну ладно, вот как-то так. Ну там все равно калаш подобрали, отдали только М-ку. На растерзание появляется снайперская винтовка, и по-прежнему денег очень много. На два девайсных раунда ребятам из команды 7A хватит. Как бы то ни было. Но вот пока что мы не видим, как и на прошлой карте, только команда 7A. Сейчас не стреляет Кинки и Фостер. Два довольно опытных товарища, но дело временное. Опять же, надеюсь на это, потому что не хочется видеть какую-то там супер быструю легкую карту. Все-таки команды более-менее ровные. Но там Фостер забирает двоих. В момент погибает и Вайс, и Зонтикс, и только... три игрока защиты остаются в живых. Но, правда, вместе с Хайтом. Вместе с Хайтом вышли Фостер. Фостер 2 килла-то забрал, но Хайт ему помогал на киндершпильплаце, на детской площадке. Вдвоем играли как раз в песочек. И почему-то после того, как поиграли в песочек, два трупа там нашли. Интересный у вас песочек, молодые люди. Три человека остаются у команды 7A и смог, ну, от Хайта кривой, потому что он кинул его в голову своего товарища, бог с ним. Бомбу они все равно поставят. 7A будут сейвить девайсы, потому что они и так были на апленте. Они уже не бежали на Б, потому что смысла нет бежать на Б, слишком поздно. В принципе, все рассказал. Я даже не знаю, что добавить. Они сразу решили сейвить, а там третий игрок пришел на аплент, и они даже не попытались дернуться в ту сторону, пойти на ретейк. Да, вроде бы денег много, но отдавать лишние девайсы и лишаться экономики, еще и снайперскую винтовку как-то отдать, будет совсем себе... грустная история. Но вот сейчас, возможно, еще поищут. Тут Кинки на лоу хп. Не самое, наверное, удачное решение отпустить красного на поиски. Но там что-то сейчас кого-то найдет, по всей видимости. Номер 2 тусуется. Это Heavy God. Кинки против Heavy God. И до свидания. Ну, хотя бы один девайс нашли, уже неплохо. Сейчас самому не отлететь. Но пошел дальше. Жить-дружить. 3-2. Забирает себе ингейм первый девайс на раунд. И... могут выйти даже на паритет. Правда, придется им все равно очень сложно, потому что нужно брать по итогу 3 раунда подряд, чтобы экономика защиты закончилась. И то не факт. Да. Да, согласен, это не факт. Дорогие друзья, не забывайте про баннер по трансляции от наших коллег от Parimatch. Есть замечательные линейки там на киберспорт и спорт в том числе. А также бонус к депозиту, если вам интересна эта акция, можно узнать о ней, как раз кликнув на баннер под трансляцией. Мы тем временем продолжаем. Пока что 5 на 5. На ранних таймингах никто не погиб. Чисто 5 калашей от команды Endgame против Авапера и нормального стака девайсов 7A. Опять же, с трофейным калашом от Ravenloot, кстати говоря. У всех гранаты есть, все есть, допьюскиты есть, все дела, на Б заход. Так, а там у нас Heavy God заперли то с маками, то моликами, пытается выйти, погибает моментально. Размен от Ravenloot есть, тусуется также еще и Vice.
за столбом. Может, в принципе, попробовать. Там уже вся команда в перетяжке. Дедлав с снайперской винтовкой чекает с девятки. Погибает Ревенло. 3 в 3. Дальше идти не сильно хотят. Откидывается молотов на воду, чтобы не было какой-либо хелпы. И ингейм отступают в освояси, выманивая практически все гранаты из защитников. Что, в принципе, неплохой мув. Ну и сами тоже остаются без гранат вообще. Не знаю, что это было. Просто разменялись ютилити и разбежались. Получилось пока что так, да. Заход на Б. Самое забавное, да, представьте себе вот просто такую ситуацию, ведь редко так бывает. То есть заход на Б был очень глубокий. Обычно команда атаки, ну, идет уже до конца просто потому что они реально, ну, вот они уже здесь, вот они уже здесь. Но ингейм отошли назад, то есть нашли в себе силы подумать о других вариантах вот в такой конфигурации раунда. Это прям очень интересно. Дедлав, правда, ждет. Здесь, ребята, это может быть большой проблемой, конечно. К сожалению, для команды ингейм, как вы понимаете, шпинт прикрывает, да, своего товарища. Но бомба-то 7 секунд, 6 секунд, 5 секунд, 4 секунды, 3 секунды. Ну и все, как бы. Ну и все. Так, он слышит противника. Противник. Вот если после времени погиб, тогда была беда. А так, нет, нормально. Дедлав вовремя переместился, очень долго вычислял, есть ли кто-то уже на точке А. Ну и, соответственно, сделал фраг. Там уже тиммейты потянули. Спина вовремя сработала, потому что бомбу ставили как раз таки на внешку, на под дугу. Но там вовремя вышел игрок защиты. Хватает денег на бай ингейм. Как мы уже вычислили, деньги у команды 7A также имеются. И Дедлав на первых таймингах попытается открыться против другой снайперской винтовки. Там хайд пока что не показывается. Голову не видят. И промах от одной второй команды. Прилетает куча дэмэджа команде ингейм. Больно ребятам, но неплохо сражаются. Railways забирает двоих в размен, остается на лоу хп, но свои два фрага он дал, выведя команду на 3 в 3. Да, паритет по живой силе, согласен здесь. У Фостера что-то зависло. С ТСом, наверное, да? Может быть, или с чем-то еще. В общем, у Фостера что-то зависло, судя по чату, опять же. Переводить, так сказать, с транслита не буду, сами все видите. Не видит, да? А, ну и я хорошо, тогда тем более. Тогда тем более не буду. В общем, если вкратце, без обсценной лексики, зависло, в общем, что-то. Хайд Дедлова забирает. Два человека остаются у Зонтикс. О, господи, у Севеней говорю. У Зонтикса и Вайса. Два человека. Как раз они будут с Аплантом что-то делать, потому что бомба на открытую поставлена будет. И уже поставлена, кстати, действительно. Кинки больно, на молике немножко постоял, но решил, что нужно отойти все-таки из этой ситуации. Хайд, у него хорошая позиция для того, чтобы принимать ретей команды 7A, потому что как раз-таки двое игроков находятся на банке, и он там в снайперской винтовке сидит. Попадает по Вайзу, но попадает то ли в ногу, то ли прострелом через текстуру. Теперь уже будет действовать номер 4. Это как раз-таки зонтик, там спины, ребята, за одного забирают, дальше на размен выходит Railway, оформляю уже триплки для себя. По Railway информация есть, а он по второму, и здесь хорошо сражается, но не хватает немного, не знаю, скорострельности ему, что ли, или сообразительности, чтобы дать одну пулю по противнику. Не сориентировался, в общем-то, в этой ситуации. Railway, квадрокилл и третий раунд для ингейм. Скорострельной сообразительности тогда. Ну или так, да. Все-таки будет, наверное, правильно. Кинки, кстати, говорят, что-то как-то на верпассе очень тяжело идет у товарища. 1-1-7 он играет. Ну, то есть это прям тяжело. И конкретно он такой один, потому что Ravenloft в команде 7A погиб 2 на 3, например, выход на болото. Тем временем Фостер вместе со шпинтом делает здесь все, что вообще возможно. Дедлов тоже битый, погибнет, скорее всего, это шорт Б. Собственно, Б-плент полностью вскрыт. Здрасте, приехали. Четвертый раунд за командой ингейм. Так вот. Ну, скорее всего, опять же, да? Хотя, давайте посмотрим. Ладно, Ravenloft пытается сопротивляться. Б-девятка действительно пока... Ну, то есть, они будут, я думал, они на сейф пойдут. Но, на самом деле, как оказалось, они будут. Нет, так они делали практически все. 2 кабай. Сейчас кто-то в спиняку получит. Не, никто не получит. Это я ошибся. А вот по голове запросто от Хевенгада... Хэви Гада прилетает Хайту. В принципе, может попробовать. Два скаута сейвить нет большого смысла. У ребят будут деньги на то, чтобы закупиться. Там еще и Ravenloft. Как мы видим, 3000, то есть снайперская винтовка тоже. Будьте здрасте. Калашников можно попробовать подобрать, но там приходится спины уже. Лол. Кинки. Дает, а если минус. Сейчас отлетят? А если нет. Вот атака? Ну там времени нет. Да, китов нет. Ждет он шартак. Пытается уйти, но не уйдет. Но не уйдет, да. Да, все-таки четвертый раунд, но... Ты правда прав в том плане, то что деньги были, но что-то такие позиции были. Я правда подумал, то, что ну не пойдут здесь игроки защиты. Но они пошли. Даже что-то получилось по экономике. Ну, надербанили экономику команды ингейм.
все-таки. Кинки 2 на 7, 2 на 7 хайт. У атаки тяжело немножко по счету, конечно. У 7A тоже есть такие игроки, которые пока немного отстают, например, от всех остальных. Тем не менее. Продолжаем, дорогие друзья. По деньгам проблемы у команды 7A. Да, они решили, оставили себе экономику. Погибает уже два игрока, третий также отлетает. Ravenloud попытался выйти из дигла. Вот тут Deadlava получается для себя минус. Он забрал Фостера. Ну а дальше только вот Мактен, Дигл и тиммейт в помощь. В зонтик есть флешка, Дигл и первый армор аж. Потом заход на базу Б для атаки. И вполне возможно выход на пятый для них. Что, в принципе, пока что свой пик оправдывает коллектив Endgame. Не знаю, как, опять же, мы с вами команды эти... Именно команды видим впервые, игроков некоторых знаем, но вот как они карты играют, у нас информации нет вообще. Там на Инферно-то была проблема выяснить, кто победит. Там такие качели были в одну, в другую сторону. Но ситуация еще сложнее. Погибает еще и зонтик, Deadlav последний, у него скаут. Пойдет ли куда-нибудь? Пойдет. И погибнет. Хотя был близок к тому, чтобы найти для себя фраг на спинта. И выберет хотя бы еще какую-то лишнюю денежку. Кстати, спин-то, опять же, неплохо себя показывает. 11 на 5 его фрагстат, лучший на карте и в команде. Прям хорошо чувствует себя. 4 к 5. Пока что. Здесь ингейм. Все-таки впереди, все-таки вроде как включаются. Хотя некоторые игроки, опять же, проседают. Но, тем не менее, шпинт реально 11 на 5. Топовый фрагстатер на сервере. Deadlav пока что так называемый runner-up, да, второе место, это в команде 7A. Байты для 7A, а что-то не получается на бае, да, вообще прям. Рейвел опять двоих, опять на болоте. Сейчас еще третий, если там погибнет на бэшерте, вообще был бар. Там уже выход, хайд, пошел на по 250-м сражаться, идея такая себе, но не знаю, зачем он пошел. Решил, что сможет догнать и вообще найти противника вне позиции, но я думаю, это была ошибка на самом деле, что-то он прям горячая кровь. Затмило холодные мысли. Слышь, Шекспир. Вот это вот горячая кровь. Затмило холодные мысли. Он впал в отчаяние. Он не знал, что делать. Продолжаем, дорогие друзья. Замечательно сидим. Просто один Шекспир, второй с вокзала, как говорится. Так и работаем. С питерского. Заход на Б. От команды InGame здесь Б пустое. Но вот сейчас, понимаете, да, тогда там две скаутки, не было позиций. И я думал, что да ладно, уже четвертый раунд за InGame, как бы что, куда идти. Сейчас, я думаю, 7A попробуют в ретейк, но без гранат будет тяжело. И без китов тем более, нужно действовать быстро. Это может привести к ряду ошибок, что будет такая себе история. Есть фраги, а неплохо получается, и все. Собрали, при том, что потеряли при заходе одного бойца, но дальше 2-3 размена, и все. И до свидания. Пятый для команды 7A, при том, что заход на пустую базу Б. Поставленная бомба, смоки, все хорошо. Нет дефуз китов противника. Я думаю, что в процентном соотношении победа для InGame была в этом раунде примерно 60 на 40. Плюс-минус, но получилось 99 на 1. Да, кстати говоря, я согласен с тобой. То есть китов нет, ничего нет, все плохо, и чисто эмки, и все равно взяли. Не забывайте, друзья, про баннер по трансляции от наших коллег от Пари Матч. Есть замечательные линейки, опять же, на разные события киберспортивные, там и не только спорт, например, и так далее. А еще есть акция прекрасная, если интересно, бонус депозиту, например. Можно перейти на сайт, почитать, они заюзать, если нравится. Вайс, погибнешь ты или нет? Нет, не погибнешь, потому что он нашел в смоку шпинта. Это один из лучших игроков команды InGame, и они уже без него в этом раунде. Придется как-то ребятам сейчас сражаться. Перемещается на дугу, нужно подобрать бомбу, чем занимается Хайд. Находит для себя занятие по душе и направляются они в сторону Аплента. Пока что мы видим номер 6, это Railway. Но там Зонтикс, парень непростой. Пропрыгивает, смотрит, собирает информацию, но и, кстати, понимает уже, что нужно ждать и звать тиммейтов. Поскольку он здесь явно не один на этом апленте, перемещается Вайс к нему, и заход может полностью зависеть от Зонтикса, который сейчас получает и флешку, и молотов, горит, попадает по кинке, абсолютно слепой, не пропускает, пропускает, Railway, тут погибает, минус от Хайта, 4 в 2, меньшинство для команды InGame, 1 в 3, 1 в 3, я был прав. Хайт последний отлетит, Ravenloud забирает Хайта здесь 6 к 5. 7A пока что будут впереди, а пауза остается не так тактическая. Мы это уже с Анишей вчера узнали, поняли. А не так, а там двухминутные паузы должны быть такие большие-большие. Это значит техническая, кстати, скорее всего, я предполагаю.
наверное. Если что-то случилось, будем ждать в таком случае. Ну, наверное, опять же, админ там спросит, почему вы ставите именно так. Но здесь аж 5 пауз, типа по 2 минуты каждая, прикинь. Ну, я видел такие истории, да, у меня были некоторые тоже там мелкие турищи для про команды, тоже 4 паузы по 2 минуты, думаю, да сколько да, можно, да. Зачем вы их берете, поставьте техническую, договоритесь, но это же невозможно, чтобы показать. Ну, в принципе, да не, нормально, я вчера вон Пушкина прочитал пару раз, там было время как раз, пока 2 минуты сидишь, когда, ну, то есть за 2 паузы ты понимаешь, да, ты успеваешь за 4 минуты технически времени эфирного, ты успеваешь рассказать вообще обо всем. Что происходит вообще обо всем. То есть какие команды, что кто играет, кто где победил в сетке даже, кто где победил, как, что, какие игроки, что, откуда вообще. И вот остается, вот когда они еще паузу ставят, и такой ясно-понятно, пошли стихи читать, короче говоря, потому что, ну, просто реально, ну, как бы лишнее время. Но я прекрасно понимаю насчет долгих пауз, потому что коллективы есть разные. Кто-то опытный и как бы за 40 секунд разберется, что надо, а кому-то надо передохнуть минутку поговорить. Так что так и делают. СНГ-квалификации, друзья, напомню, любые команды могут играть, хотя проходят какие-то самые сильные. Зонтикс погиб на миду. Так, это снайперская винтовка плюсом для команды ингейм. Пошли дальше. На КамАЗе Хэвигат забирает одного, второго забирает Дедлав. Еще Хэвигат работает. Хайд. Есть разгет. Подбитый очень сильно Хэвигат, но помогает Ревенлот. Остается последний спинт. Тот самый страшный и ужасный. Снайперская винтовка работает по одному. Найдет второго фулового, можно там уже с пистолета подработать. Ну-ка, кстати, слушай, а вот интересный вопрос, да. Думаешь? Да. Ну да, наверное, думаешь, да-да-да, наверное, да. Нет, это был Хэвигат. Но в любом случае, с двух сторон, да, тогда согласен с тобой здесь, да, все правильно. В клещах был игрок. Не знал, возможно, об этом, но должен был бы погибать в любом случае конкретно с этим девайсом. То есть АВП у него бы не перезаряжалось так быстро. А в данном случае 7-5. Друзья, 3 подряд от команды 7A. Кинки все еще не играет на карте. Что случилось? Почему так происходит? Потому что дед на плюс В бежит, вот не получается. 2-2-10 у него фрагстат. Как бы все в никнейме запечатано. Наверное. Хотя на The Inferno, соглашусь, было у него все весьма неплохо. Там и фраги были замечательные, и работал здорово. Здесь почему-то в пропасе не случается. Зонтикс, ты что творишь-то, родненький? Взял допрос через стенку на базе Б, постеру прислал плюшечку. Плюшечку, да, и отлетел игрок. Это килл за бесплатно, потому что 500 хп у команды 7A, у всех. То есть просто вот... Знаете, так вышло. Вот так получилось, так вышло. Кусок смока, Вайс увидит Рейлвей быстрее, чем Рейлвей увидит кого-либо. Да, Вайс сам погиб. Да, Зонтикс погиб. Ну, слушайте, ну тут ножки... Это кто там шпинт? Ага, шпинт задумался. Из-за того, что были ножки, в итоге хайд последний. В итоге хайд в начале катушек. И самое забавное, да? То есть все. Он один в начале катушек. То есть это даже не позиция, чтобы выйти куда-то. Ну, типа, есть бомба, есть чуть меньше минуты времени, можно попробовать еще как-то сбегать на какой-нибудь апленд, найти там дедлава, которого будет убить. Ну, сложновато, да, учитывая, что мы видели, хотя тут вроде бы и более-менее ровно сражаются коллективы. Но нет, дедлав все равно впереди планеты всей. На один фраг меньше, но по очкам больше. Этот парень, мне кажется, если будет двигаться в таком же темпе дальше, у него есть неплохое будущее на СНГ-сцене как минимум. Ну вот, потому что попадает очень здорово. Главное, чтобы качество стрелка совмещалось еще с качеством человеческим, чтобы не было там токсиком и прочей истории, потому что есть такие случаи, когда игрок, ну, просто шикарный, но вот в команде никак не получается работать. Попадает под Эдлаву, сбирает его, еще и поставит бомбу 100% и имеет шанс Хайд разыграть клатч 1 в 3, ну, уже 1 в 2. Уже 1 в 2, Хайд. Ну-ка, заберу тебя, наверное. Бум-бум. Забрали. Хэвигад, да. 2 выстрела в голову, один на почти все хп, и второй, соответственно, уже окончательный здесь. Бомбу нашли. Буду дефьюзить в любое удобное время, потому что в любое удобное время с дефьюз китами. Сейчас добежит. Да-да-да, троечка вот. Ищет. Ждет. Уже надо дефьюзить. Нашел, все. Сказал, нашел. Соответственно, Хэвигад такой, понял, братан, я дефьюжу, все в порядке. 4 раунда подряд от 7A сейчас здесь. Да, шпинт играет 13-9, да, классно, реально здорово, вопросов 0, но 14-6 тяжелый бог, собственно, 12-7 дедлав, опять же, 11-9 вайс. 3 человека в команде 7A играют на двухзначное число по фрагстату по КД, соответственно, и очень помогают своей команде. Первую половину 7A выиграли. Mm-hmm. Так, дедлав уже находит фраг на Фостера, есть первый...
Так, я что-то сделал не то. И Женя меня не слышал, но вы меня слышали. Зонтикс находит фраг на РЛВМ. Сделал себя погромче, как вы просили. Чуть-чуть совсем на 5%. Надеюсь, что это будет на более баланс для вас. Но что-то у ингейм не получается в атаке. Они вроде бы брали-брали раунды, а потом как-то вот на пятерочке и остановили. Зонтикс наказывает еще и Кайта. Находится на туалетах, погибает от спинта. И 2 в 4. Я думаю, что эта ситуация для ингейм тоже далеко не выигрышная в этом случае, поэтому... Ну, пока да, да. Тем более Зонтикс уже 2 килла сделал. Есть, знаете, такая поговорка в Counter-Strike. Если ты играешь за контртеррористов, и ты сделал 2 фрага и отлетел, то ты, братан, сделал, в принципе, все, что тебе надо сделать, как бы отлетел и молодец. То есть когда размен 2 вот к одному, если ты за КТ, это прям вот то, что нужно. То есть Зонтикс сделал все, что нужно. Вот сейчас Вайс отлетел неприятно, вот это да, это проблема. По стрелам через этот самый... На фул да, ХП получил через коннектор. На фул ХП через, ну, буквально с ничего. В итоге 2 на 2 ситуация. Вот это, кстати, уже, ну, беда для 7A. Прикольно тут ребята играют. Хотя мы с тобой видели тоже 2 на 5. На Инферно, по-моему, это тоже была ситуация тоже неприятная. Что-то подобное. Хэвигад бежит вроде из спины. Рейвенлот ждет его здесь спин. Кто кого? Кто кого? У Рейвенлота кибербезопасность. И она работает. Кибербезопасность. Cyberpunk 2021, друзья. Кинки остается последний против Heavy God'а. Ох, прям, ну-ка. О, прицелился. А, нормально, кстати, можно сесть. Тут, слушай, а тут прям интересно, можно сесть около КамАЗа. Но не получается никак не сесть, ничего не сделать. Кинки забирает, собственно, оппонента. Пожалуйста, это раунд для команды InGame, как оказалось. Вот это вот прикол, конечно. Последний раунд, первые полувины. Будем с вами смотреть. Шпинт, конечно же, все еще впереди планеты всей, 15 на 10, но остальная команда пока его не сильно догоняет. Да, ситуация, конечно, здесь интересная. Для команд 2 М-ки в этом раунде для команды 7A. Я дал такой раунд, вроде бы казалось, что уже 100%, 5 в 2. Что-то подлетели где-то прострелами, где-то нет. И пошли дружить. Вайс открывается, открывается без флешки тиммейта, погибает моментально. А там флешки-то и нет. Попытка отработать с диглом. Получается, Ремонлот на ритру галит фраг, правда, потерял тиммейта, погиб. А, да, он сам так или гад. С диглом стреляет, не попадает он по второму противнику. Один в 3, остается Зонтикс. И он бежит с апплента. Дефускитов нет, тиммейтов нет, гранат нет, каски нет. Ну, последний раунд все равно тут до конца уже делай что-нибудь. То есть просто делай что-нибудь получится. Опять же, да, 1 в 3 очень сложно. Предполагаем, допустим, не получится. Но смотрим. Вот первого. Айхп 13. Ай-яй, как тяжело. Понятно, что тяжело, но все равно нужно дальше. Тут выбора нет уже. Его шпин заберет, скорее всего, как я понимаю. Шпин его заберет, скорее всего, да. 8 к 7. Близкая половина. Ингейм. Под конец, вообще в середине половины, как вы видите это на табуляции, в середине половины и под конец все-таки дособрались, взяли критическое количество раундов. Именно вот в эти моменты, то есть это 3 плюс 2, то бишь 5. То есть хотя бы 5. Они взяли как раз хотя бы 5, оказалось, что у них получилось, собственно, 7. Я бы не считал, что это, ну, в смысле, чем-то плохо. То есть я сразу скажу, что не, по-моему, нормально все. Я там немножко ворчу на фрагстат каких-то ребят, например, из InGame, но мне кажется, что пока терпимо, пока все в порядке. Но, честно говоря, должен был быть счет по логике 9-6, 10-5. Я тот раунд 2 в 5, но... Может я, быть, я да, не сильно да. воспринимаю, как... Да-да-да. Это была ошибка команды 7A. Дичайшая ошибка. На шариках интересный товарищ, который всю информацию собрал, дает ее своим тиммейтам. Это Хайд, который услышал перемещение абсолютно всех игроков вражеской команды. Сейчас еще по спинам настреляет, если успеет. А его там зачекали, но информация собрана. Сейчас, возможно, в клещи будут загнаны игроки команды 7A, но у них есть возможность переместиться на туалет и попробовать даже в коннектор уйти. Они еще и спину понимают, что отпустили. Погибает Хайд от Зонтикса. Ну и все не так критично получается по итогу. Зонтикс, конечно, очень хорош. Здесь рейлой Зонтикса забирает, правда. Только сказал, и сразу погиб человек. Севены пойдут на Б. Это через болото, это быстрый Б-шорт. Всей командой, я предполагаю, чтобы было еще быстрее. Да, вся команда на нолик выскакивает. Нолик — это Фостер у нас. Фостер попытается справиться здесь, но не попытается, потому что Дедлов его уже обошел. Все остальные немножко опоздали. Соответственно, Рейлвей погибает, потому что опоздал, потому что девятка смотрелась уже до того, как Рейлвей подошел. А Шпинт с Кинки вдвоем остаются с одной и той же позиции, но с разных концов одной и той же позиции. Погибают оба. Ну, казалось, что... Опять же, мне казалось, что 7A были, ну, чуть не в западне. Может быть...
повезло ребятам, что они спину посмотрели себе, что там Хайт оказался, и они его туда выгнали. Потому что он мог там дать два хедшота, и все, уже 3 в 5. Вроде как бы тебе информация есть. С дуги тебя зажимают, со спины у тебя Хайт сидит и настреливает Юспа. И все очень печально. Но, как мы видим, нет, все получилось. Ребят, большие молодцы. Сейчас имеется 5 сильных девайсов. 4 калаша и 1 галил. Правда, вот по раскидке все очень плохо для ребят из команды 7A. У них даже поменьше, чем у Endgame, насколько я вижу. Одинаковое количество гранат. Это может сыграть злую шутку с коллективом в атаке. Потому что здесь диглы, даже фарминка есть для спинта. Чешка в упоре под второй армор. Там подобранные девайсы. Их... Но нет. Так, ну вот Endgame. Начинает дальше постепенно погибать. Опять же, а это форс, второй раунд, вторые половины. Напомню вам, да, друзья? И уже 4 человека. 2 около Б, 2 около А. То есть, в принципе, балансно. Но Фостер пытается зачекать оппонентов своим лицом. Шопштвенно, так сказать. И это тоже может быть проблемой. Он, правда, не отлетел. Да, в почку получил, но не отлетел. На Б команда 7A пойдет сейчас. Это будет проблема для тех, кто там есть. Но третий человек подходит, это восьмерка, если я правильно понимаю. Так что будет чем бороться, но не то чтобы там все сильное для команды Endgame. Ох, ну не знаю, если получится сейчас выстрелить и ошибутся как-то 7A, тогда maybe. Если пойдут как раз таки сейчас в монстра, там их будет встречать 4 человека. Ладно, 2.5. Раз хедшот. Возможно, 2 хедшот. Мне пока не получается. Спинки пропускает. Тут неплохо разбирается Ravenloft, Zonix и... Zontix, прошу прощения. И Vice. И все получается даже более безопасно, чем я мог по себе представить. Теперь экономически да, для команды Endgame. Потому что были в западне нереальной. И подобный раунд они же проиграли тогда... Кто-то проиграл. Или сами с Endgame подобный взяли, когда они 4 в 5 оставались. Диглов всем по голове настучали и все. В самом начале, помнишь, раунд был такой тоже, когда... Да, была такая история. Было такое. Кинки Зонтикса забирает, Дэтлав проходится по пункту. 4 человека у команды Endgame. Опять же, да, тяжелые пистолеты. Один из них сработал. Может быть, вот сейчас, если получится, второй из них сработал. Пожалуйста, подобрал Фостер третий пистолет тяжелый. Получается, 3 дигла. Знаете, тут есть вот предположение, чуйка, да, такая, но вот оно может сойтись, вот, звезды. Давайте посмотрим, а, вот кинки, ну-ка, бам, ха-ха, бам-бам. Ладно, нет, но было близко. Было близко, девайсов выбили, учитывая, что это был экономический раунд для ребят с покупкой только диглов, то по экономике противника поработали хорошо. И ситуация у нас вновь такая же, как на Инферно, примерно плюс-минус, только там 7A были в роли догоняющих на собственной карте, здесь же у нас Endgame в роли догоняющих на собственной карте. И что принесет это ребятам? Если возьмут раунд сейчас Endgame, то у них там есть шанс хороший догнать противника, выйти не на десятку для себя и при удачных обстоятельствах. Если же нет, то сами пока оказываются в ситуации, когда нужно будет догонять, ну, слишком много, там раундов 6, не меньше всего этого решения. Что-то опять не громко здесь, надо потише сделать, а то я слышу только через себя. Вот так хорошо, вот замечательно. Отбалансил звук Олег, а пока что немножко Фостера по-своему тоже пострелял, ну, в принципе, ничего страшного, Шпинт, в общем, погиб, так или иначе, это не был тимкилл для Фостера, но все равно Фостер там внес свои лефт-рейлы туда же, но вот 7A на чужой карте как-то себя прям пока приятно чувствует, если честно. Да, Хайт отвечает, этого мало, нет, этого не мало, слушайте, погодите, этого не мало, этого прям достаточно, если остальные доделают, хотя Фостер сильно битый. Там 3 хп всего лишь, плюс 9 патронов у него всего лишь в М-ке сейчас. Ну, единственное, вот Кинки может помочь на тиммейту. Кинки заседает пока что. И, в принципе, может зонтик... А, там смок еще один лежит. Неприятная история. Кинки. Пока противника не видит, зато его прекрасно видит. Все, 3 хп у Фостера. И, по-моему, это все-таки 15. Подождите. 2 патрона. Надо перезарядиться. А тут один прямо вот просто... Полевочек, прям полевочек от Вайза полетел. И здрасте, приехали 12-й для команды 7A на карте Довер Пас, карта номер 2. Счет 1-0, напомню, друзья, в пользу команды InGame. 7A на чужой карте на Довер Пасе играют, потому что свое до Инферно InGame, подожди, 7A проиграли. Третья карта, Мираж, по-моему, да, все правильно, я помню. А если до нее дойдет, пока что до нее доходит. Пока очень уверенно доходит до нее.
У нас здесь до 2 кабай. Имеется пара фармилок 3 дигла. В наличии также есть. Ну и там номер 9. Сейчас как пойдет, как погибнет. Это был Кинки. Решил поддавить, но здесь зонтик на детской площадке, как называет его Женя. Ее, эту позицию Киндершпильплац. Там так и подписано. Там прямо так и подписано. Вот на карте, вот ты к ней летишь, а там прямо так и подписано. Немецкая карта, как бы. Раз немецкая, значит, по-немецки разговариваем. Все, главное, чтобы дождь не пошел, и все будет хорошо тогда. Да, вот я соглашусь. Подожди, ты сказал, главное, чтобы дождь не пошел. Ну, после таких выговариваний тут Киндершпильсплац, монтаж, рехтаг. Все. Я просто с болота, с Петербурга, как бы ты в курсе, что тут у нас, как говорится, главное, чтобы солнца не было. Все нормально. Дальше продолжаем, друзья. Кинки действительно погиб, но остальные ребята, в принципе, в строю пока что. Эндгейм, но раунд супер-супер мега-экстра медленный. Да, но 40 секунд есть у команды 7A, чтобы зайти. Они, кстати, заходят на точку Б. Здесь уже зонтик загуляет. Стрелять не туда, куда нужно. Попадает по рейлвею, ровно по голове. Даблкил уже имеется. Идет третьего. Тут работает фармилочка. Не работает фармилочка. Погибает Фостер. Остается только два игрока. Это один игрок. Это спин, нашедший фраг и погибающий моментально после сделанного минуса. 13-7. Команда 7A. Только 7 раундов в команде InGame и отдали. Но, кстати, это довольно много. Даже не ждал. 1800 человек смотрит. Да, да, кстати говоря, здравствуйте, дорогие друзья, всем добрых вечеров, дней, в зависимости от того, в каком вы часовом поясе, собственно, смотрите нас, но спасибо большое, что вы с нами здесь. Фостер взял погиб, потому что Ravenloud пристрелил по олафмейстерски, так сказать, на оверпассе, собственно, деревяшечку, с катушек это делается, вот, как, кстати, как раз именно так, как Ravenloud и стреляет, не помню, когда, там давно-давно олафмейстер стрелял. Кастеры, я помню, такие, ну, англоязычные кастеры в тот момент, первый раз, когда увидели, вот такая реакция была. Я тоже, когда смотрел, это нифига себе, так можно было, что ли, серьезно? Хай, 2 кило, 3 кило, откуда ты вообще здесь? А он просто выходит на монстр, считает людей. Я так смотрю, что ему так все хорошо, прям приятно дается. Еще четвертого забрал, только после этого погиб. Там вся команда 7A в ужасе. Deadlove последний, Deadlove погибает. Авы Хайд. В этом раунде точно это раунд имени его. Он просто выходил на монстра и на стрейфе наплевал. Да. Что-то все как-то... Я не понял, если честно. Сами они, возможно, не поняли, не сообразили. Deadlove последний, например... Просто погиб. Знаете, когда вот игрок просто идет до конца, он такой, ладно, все, я пойду дальше, типа через смог взял, умер. Ну, то есть, последний игрок даже как бы не понял, что здесь теперь-то делать, как бы, ладно, пойду, отличу. Такой момент был. Окей, ингейм цепляются за игру пока что. Для меня, может быть, внезапно, потому что, ну, они были довольно мягенькие последние 6 раундов, а сейчас вроде собрались. Нет, неплохо. Там и Кинки расстрелялся, он сейчас имеет фрагстат-то весьма неплохой. У него сейчас статистика 12 фрагов, уже неплохо. Не 2, 2, 10. 2, сколько там, 12 на 17 у него, да, фрагстат? Я смотрел только что, я забыл. Да, нет, все, старый помнит. Все замечательно. А там выход на номера 9, на Кинки, который ждет подсадку на клумбу. Никто пока не подсаживается, но очень хочет. Там Heavy God будет принимающим, и в саппорте у него Хайд. Но, по-моему, сейчас Вайс отъедет немножечко. Привет. Допрыгался. Отъехал зайчик. Немножечко от Кинки, да. Здесь есть килл, ну и Heavy God, Ravenloud и Zontix остались втроем. Один тоже на лонге Аплента поехал, второй поехал, это уже Банан, он же Мидл, да, опять же около Аплента, карта Overpass. И вороненная доля, вороная доля, ну, Raven, потому что Ворон же, а Лот это, ну, в данном контексте доля, скорее всего, будет. И так вот, доля Ворона здесь погибнуть, скорее всего, от рук противника. Вопрос от кого? От рейловые. Ну, ладно, допустим, меня устраивает. Как говорится, 13-9. Нет, неплохо, неплохо, почти даже выжили все. И выжили из этого раунда максимум, оставив противника без денег. Но там уже диклы появятся, это бы теки с первыми арморами для команды 7A. Тоже рабочий, мне кажется, вариант. Тут даже армор под игл влетел внезапно. Ну а дальше выход, возможно, на 10. Возможно, подчеркну, на 10 раунд для команды InGame. Но придется для того, чтобы выйти на предмет, брать еще 2 девайсных раунда следом после... взятого 10-го, тогда у них есть шанс действительно неплохо проявить себя на оверпассе. Очень похожий камбэк на как на Денферно было от 7A. Главное, потом его не запороть в конце в случае команды InGame. Да, похоже, слушай, соглашусь здесь.
Ингеймы, да-да-да, посмотрите, да, два раунда, опять же, сейчас против пистолетов, килл за бесплатный кинки нашел, то бишь за бесплатный в плане не потерял, да, сам себя ничего не потерял, хайд за бесплатный килл второй нашел, третий нашел, не единицы хп пока что, не единицы хп пока что, я повторюсь, есть варианты сделать, ну, здесь, ну, потерял немножко хайд, ну, ничего страшного, ладно, хп, как говорится, хп и хп, 5-0 можно закончить здесь, все еще. Зонтик со спокойно просто волбенгом простреливает кинки. Все это дело простреливается с потерей какого-то урона. Тем не менее, зонтик с напом и голый был, так что вообще плевать. 10-13. Ну, 13-10, если вам так удобнее. 3 подряд от ингейм. Все очень неплохо. Денег довольно много у защиты. На бай точно хватит, поэтому даже если проиграют раунд сейчас, ничего критичного для них не случится. В этом случае, но... Для камбэка ни одного раунда, разумеется, отдавать не хотелось бы. С другой стороны, в печальной ситуации находится 7A сами, поэтому эта карта им очень нужна, проиграв свой пик. Они сейчас имеют возможность отлететь, пока что отлетает LV. Пошел кинки жать, погибает еще и спинт, очень больно команде ингейм. Пошел дальше, D2 не промахивается, погибает кинки, 2 в 5. Меньшинство для команды ингейм, но, по-моему, все-таки 14 для 7A. Да, это вообще прямо... Да, это такое меньшинство тут, ну... Ну, офигеть, меньшинство, третья, друзья. Быть. Я хотел, да, тут подобрать правильное слово, но не подобрал правильное слово. Хайт и Фостер в итоге вдвоем остались. Реально тоже, будучи впятером, 7A, то есть супер оптимально, эффективно, да, красиво взяли, закрыли трех товарищей. Ну, бомбу потеряли в процессе. Ну, честно, ну и ладно. Вот если сейчас они досправятся... А, не, погодите, а тогда не ладно. Слушайте, 3 в 2. Ну, там серия номер 5 бежит со спины. И перемещение пошло на апленд, соответственно, Deadlav ждет перемещения от команды ингейма. Если сейчас кого-то найдет, то там вполне возможно и сейв окажется для, либо для Хайта, либо для Фостера. И Deadlav должен будет слышать перемещение противников. Если, конечно, получится. Ага, добрый вечер. Минус один, размен от Хайта. Поставленная пачка, пойдет ли Хайт искать противника одного и второго, вопрос. Что-то на топол типа идет в банк, а сам хитрый подлый лис какой, а? Идет. Да, Хайт, ну, я не уверен, что прямо что-то может получиться серьезное, но давай посмотрим. Понял, откуда будет противник, которого он пропустил, чисто визуально. Понимаете, да, вот если сейчас внимательно видели, там кусок оппонента был виден, вот на полсекунды, но игрок смотрел куда-то в другое место, поэтому здесь пропустил. Не забывайте, дорогие друзья, про боннер по трансляции от наших коллег от Parimatch. Есть замечательные линейки на Киберспорт, в том числе, опять же. Ну и, может быть, акция вас заинтересует по поводу первого, точнее, бонуса к первому депозиту конкретно. Баннер по трансляции, кликайте на картиночку, на сайт приходите, можно почитать, заюзать, если нравится. Дальше продолжаем. 14-10, AAA, говорю, 7A до Миража прям рукой подать. Очень близко. Забирают этот раунд, выбивают полностью экономику из команды ингейм. Если будет какой-то сейф, то хорошо. Если не будет, то там 2500, по-моему, или там даже 3. Но этого, мы понимаем, на хороший бай не хватает. Вот с девайсами не сильно это получается временами у команды ингейм. Поэтому, ну, чуть ли не последний шанс. Две снайперские винтовки в руках спинта и хайта могут поработать. Нас пока что собираются выйти под точку Б. 3 игрока находились под монстром, двое под шартом. И спинт ждет какой-то удачи, спинт находит свою удачу. И никакого размена нет. Возможно, будет бусти. Ага, видно. Добрый вечер. Да попади! Попал. Ответку получил. Ответку получил, кстати, еще, может, даже больше. Очень интересно. Зонтик здесь перестрелился. Поперестрелялся с хайтом. Я бы так это, наверное, сказал. Так, ну, 40 секунд у команды атаки. Они около Б, значит, ну, на Б и пойдут, наверное. Или вы хотите гранатами закидать Б и вдруг пойти на аплен. А здесь девятка, да, там? А здесь девятка. Девятка такая, опа! Добрый вечер, я диспетчер. И кинки всю малину попортил. Естественно, перетяг от команды гейм. Естественно, вы идете уже в засаду, скорее всего. 7A, удачи вам с этим. Но они, кстати, успеют добежать до плента, и ингейм сами не успевает, пойдет флешечка, весьма неплохая, зонтикс, хороший фраг, еще один хороший фраг, зонтикс, тут решает жизни и судьбы людей, Deadlav еще одного смог разобрать, уже большинство для команды 7A, что происходит, Фостер сейчас может убить противника, может быть даже не одного, по спинам, Фостера здесь не ждут. Кинки для вас старался, а вы, кинки для вас старался, просто, ребята,
как вообще так получается? Он прям все-все запалил, и первого убил, и шаги слышал, и вот все-все-все, хайд. Хайд просто ничего же не сделать. Ну ничего не сделать надо советить Авапу, потому что денег вообще ни черта нету, ничего просто нету. Там еле-еле они там нашкребут, у них лосс-бонус не самый большой, это 2700, по-моему, сейчас будет, да? Не, подождите, вообще 1900. Он еще погибнет сейчас. Давай! Он еще погибнет сейчас! 2500, привет! Просто здравствуйте, как ваши дела? Какая беда для команды InGame. 2 в 5, 3 в 5. Да-да-да, такое, конечно, отдавать. Ну и вот, ну вы сами видите на 2000 что-то. А нет, 2 в 5 брали у нас. Кто брал 2 в 5? Брали InGame 2 в 5. InGame брали, да. 2 в 5 в первой половине, да. Да-да-да-да-да. Ну вот да. Поменялись немножечко, да? Правда, тогда раунд был... Хотя там тоже раунд был важным. Был счет 8-5, вышли на 8-7. По итогу, ну, правда, не сильно помогает. Кинки, Зонтикс пошли. Зонтикс прям на свою хаешку, по-моему, прыгнул сейчас. Какой молодец. Кинки добивает его. 3 в 3 ситуация. Подобранный девайс. Но выход от команды 7A пока что задерживается. Он где-то в пути. Но сам по себе есть Калашников, есть ФАМАС и одна МПшечка. Можно попробовать это реализовать, но там выход на базу Б, и, по-моему, эта команда InGame вообще не читает и не понимает, что сюда выход будет. Так, ну, 3 человека у команды InGame остается. То ли смотрим последний раунд, то ли нет, как говорится. Шпинс пытался убить бомбера, который ставил бомбу. Не получилось убить бомбера, получилось задеть. Но убить нет. А дефюз-киты есть, впрочем, какие-то гранаты есть, впрочем. Постер, не забудь кинуть хаешку хоть куда-нибудь. Да, да, да. А, это флешка. Не забудь кинуть хаешку хоть куда-нибудь, если будет надо. Оп, здесь оказывается человек. А, ну и все, и шпин последний, собственно, против двоих. Он знает, где находится один, забирает одного, получает в лицо. Здесь немножечко от Хавигада вопрос. Все-таки это 16-й или нет? Это не 16-й или нет? Нет, дефюз-киты есть. Есть киты. Или нет. 15-11. Здрасте. Приехали. Едем дальше. Но это было очень на тоненького, потому что были вроде 3 в 3, потом 3 в 2, потом 1 в 2 внезапно стали ребята из команды InGame. И вот еще действие спинты, конечно, мы сейчас увидели возможное продолжение карты. Оверпасс до 2 кабай для команды 7A. 5 джиглов и арморы без какой-либо гранатки. Вообще даже флешечку не купили. Маленькую такую светлую. Как мило я писал гранату сейчас. Маленькая светлая флешка, которая слепит тебя и глушит нафиг вообще в упор. Дедлав находит фраг на РЛВ. Работает один дигл. Есть ФАМАС также. Еще и хаешку себе добыл игрок команды 7A. А вот это может быть опасно для ребят из InGame, которые так сейчас вытащили раунд, но споткнулись и... Ну, или споткнуться, не знаю. Посмотрим. На самом деле посмотрим. Да, денег нет, да, диглы, да, всего-то ФАМАС у Детлова, например. Ну, забранный опять же. Зонтикс погиб, правда, неприятно. ФАМАСик работает от Дедлава. Забавно, что на этом расстоянии Дедлав прекрасно понимал, что надо как-то вот очень аккуратненько стрелять, потому что ФАМАС очень капризный, и там реально далеко для ФАМАСа стрелять, ему прям неудобно было. Но он забрал еще и второго здесь, взял уже М-ку длинную, сайленст. И спокойно попытается протиснуться дальше, ведя свою команду, возможно, к победе в этом раунде. Ой, минус от Вайза, минус от Хэви Гада. И последним остается в живых Хайд, который отстреливает, конечно, противника. По нему информация есть, полетит хаешка, но она, как, не знаю, слону, она вообще не попала. И все, возможно, 16 на диглах команда 7A может это потащить, взяв себе, ну, чуть попроще вражеский пик. У нас по факту будет размен пиками. И третья решающая карта, Мираж, будет борьба за слот в квалификациях. Да, это очень интересная история. Хайту, конечно, здесь дико сложно, но будет погибать, скорее всего, будет погибать. 11-16, друзья, Миражу быть. 7A взяли пик противника. Да, вот такая вот история случается также с коллективами. Ну, что сказать, обе команды имеют некоторые проблемы с коммуникацией. Где-то вот большинство свое не реализует, где-то что-то еще происходит. От этого никак, как мы видим, команды не могут отделаться. Поэтому будем смотреть за Мираж, за Миражом, который покажет расставить все точки над «и». Для вас студия Рухаб, Мингат и Sleep Some While. Минут 10 паузы, вернемся снова на матч этих двух замечательных команд.